Да. И слушаться. Так положено. Свет идет от женщины к мужчине. Вот так. Он получает свет по желанию женщины, но получает свет мужчина. А женщина только его опора. Вот и все. Поэтому надо знать свое место. Скажите, цепь случайности или вообще случай большую ли роль играет в вашей огромную работе? Огромную. Я почему спрашиваю, вы когда-то еще в Узбекистане там работали. Каким образом, вдруг я подумал, вы нашли Кабаеву, Зарипову? Что это среди довольно большого количества людей? Как-то вы их нашли? Что это, провидение, случай? Да? А вы верите? Однозначно, а вы нет? Да, конечно, конечно, каждый по-своему. Это да, что называется, Бог конечно, в себе. Конечно, случайности не бывает. Поэтому мне очень понравилось, когда Михалков, рассказывая про свою маму, говорил, что когда ей приходили, что-то у них не получалось у детей, она говорила, значит, так должно быть. Да, 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 да. Вот так я и говорила у себя сейчас на Олимпиаде, когда они первый вид сделали ошибку в ленте. И я думаю, сказала, если они сейчас ошибутся, значит, так должно быть, значит, кто-то больше нас заслужил, и это нормально. Скажите, девочки в каком возрасте к вам приходят? У нас открылся зал